Майни вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию «Дашин след забыт». Это пародия на Дашу Следопыта, как вы уже поняли. И это пародия от Федора Комикса. Федор Комикс отличный чувак, значит он херни, как говорится, не сделает. Давайте смотреть вместе. Федорокомикс.нет. Я рыба! Ясно, Петросян, новости. Наша Раша. Привет. О, Даша Следопыт. Я Даша. А я Бушмачок. Я Даша. Сегодня мы идем в гости к Борьке. Для этого... Что там за 25-й кадр был? ...дорогу к его дому. Кого мы зовем, когда не знаем дорогу? Не знаю. Блин. Напряжка. Правильно. Мы зовем Карлу. Мудак. Я тебя сделал. Биг Кок. Май Дик из Биг. О, голос бесит. Я карта! Так, ребят, помогите мне. Я карта! Помогите мне. Я карта! Ребята, помогите мне найти. Я карта! Да заткнись ты уже! Помогите мне найти дорогу к домику Борьки. Покажите, что на карте. Правильно. Спасибо, ребята. Вы молодцы. А я и не искал. Мы идем к дому Борьки. Мы пришли к дому Борьки. Помогите. Говорящие ворота. Нужной формы. Даже не я видно. Я выбираю этот. Ты молодец. Нет, прошу. Нет, прошу. Кошерное. Спасибо большое, что посоветовали эту анимацию. На самом деле, я как-то ее не заметил. Хотя на Федора Комикса подписан. Я еще буду делать реакции на него, точнее на его творчество, потому что оно годное, очень годное, вообще прям шикарное. Круто, что я могу сказать, это действительно опять же круто, анимации очень классные, вы мне кидаете сюда годноту в последнее время, какого-то отсоса, как говорится, нету, поэтому все отлично. Спасибо, что посмотрели со мной этот видос, он кошерен, просто конфетка. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, добавляй мне друзья ВКонтакте, ссылочка там где-то в описании. Всем пока.